Примерить кокошник, русскую рубаху или смастерить матрешку своими руками. Масленицу отмечали и новотрубники. А чтобы праздник получился по-настоящему фольклорным, гуляния проводили за городом в Сосновом Бору. Самое главное, что это весна, это счастье, это солнце. Три девицы под окном. Так новотрубницы назвали это фото с масленичных гуляний. Самовар, баранки и платки под хохлому на празднике пользовались особой популярностью. Специальную фотозону организовал Совет молодежи ПНТЗ. Гости праздника могли походить на ходулях, одолеть соперников в бою подушками или пуститься в пляс с ансамблем «Рябинушка». Развлечения на масленице ПНТЗ на любой вкус. Нашлось место даже для любителей спорта. В мини-футбол сыграли команды цехов и будущие белые металлурги. Кульминацией праздника стало традиционное сжигание чучела масленицы. Правда, перед этим зрители посмотрели фаер-шоу. Масленицу новотрубники проводят уже 5-й год подряд для всех желающих. Для того, чтобы семьями, коллективами из цехов приезжали вместе и в одной какой-то дружной компании отдыхали, проводили время с пользой для тела и для духа.